Кремле назвали чепухой сообщение о возможности нанесения точечных ударов по территории Украины в связи с обстрелом российской территории. Как заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, я процитирую, «Сообщение о том, что Россия рассматривает возможность ударов – нонсенс, не соответствует действительности. Россия не рассматривает возможность нанесения ударов по Украине». Напомню, накануне власти Ростовской области сообщили, что на территорию региона залетел снаряд из Украины, попавший в жилой дом. В результате один человек погиб, двое получили ранения. Да страшно, блин, вот только вышел со двора, блин, как начали бомбить, упал за малым, вот, вот так, возле меня падали осколки, вот, возле меня, и вот еще один со мной человек был. Вот так вот, по земле, блин, лупило, блин. Не знаю, чудом жив остался, чудом, правда, чудом. Тем временем в Луганске продолжаются военные действия. Известно о 3 погибших и 14 раненых. Также сообщается о сбитом ополченцами украинском Су-25. Правда, силы обороны информацию о потере самолета пока не подтверждают. Ожесточенные бои между сторонниками Луганской Народной Республики и украинскими военнослужащими ведутся с начала июля, после окончания 10-дневного перемирия между сторонами. В настоящее время, как сообщили в штабе ополченцев, столкновения продолжаются в районе Луганского аэропорта и поселка Счастье. Тем временем...